Здание пуля может угрожать безопасности ивановцев. Эту проблему озвучили сотрудники администрации города и полицейские. Внутри сгоревшего объекта культурного наследия нет перекрытий, стены покачиваются от ветра. Сделать ничего невозможно, заходить внутрь боятся даже офицеры МЧС. Денег на восстановление здания федеральный собственник, Министерство внутренних дел, предоставить отказывается. Если конструкция рухнет и пострадают люди, уголовную ответственность понесут и чиновники, и полицейские. Сейчас в спешном порядке решается вопрос о присвоении статуса достопримечательного места участку проспекту Ленина, в прошлом улице Александровской. Если эксперты примут решение сделать место культурно значимым, будет возможность убрать здание пулю, так как оно будет уже не памятником, а объектом градоформирующей среды, и на его месте поставить аналогичное, соблюдая высотность. Точечной застройки на проспекте можно не опасаться. Земля принадлежит полиции, торговая точка там поставлена быть не может. Мы решаем задачу историко-культурной ценности. Эксперты работают. Мы знаем, что они уже побывали на целом ряде объектов, которые будут объектами историко-культурной экспертизы. Эксперты сейчас находятся в стадии подготовки акта экспертизы.